Ну как здесь топ-1 эти занимаются с такими хай-роллями? Ультра свинья, да. Ну это было свински, честно. Это было очень свински. Образы, звери. Элемы нежить 5. Готов. Готов. О, это не страшно. Хорошая карта. Еще можно отыграться. Может быть, на следующий ход доделаем квест. Раньше его сделаем, тем больше экономики будет. Если я сейчас получу продажи менталя, то может быть прям... Готов восстать из могилы. Две нежити. Раз, два, три. Ну нормально, да? Зато доделали. Чем быстрее этот квест делаем, тем нам совсем лучше. Северный волчонок. Не окончен. А это эффект конца хода же работает с ней? Можешь продать в левел? Камон. Дабл ап таверна. Здесь триплет. Ого. Но я, по-моему, все равно проиграл, да? Сколько у нее 1-3 самоцвета? С возвращением. 10. Ну, может, в левел пойти собрать триплет в пятерку? Остаться эффект конца хода достать. Наслаждайся. О, да! Триплет. Посмотрим, что ты за него получишь. Я думаю, добрый джин здесь, да? Смертный! Я хочу участвовать в состязании. Готов восстать из могилы. Ого, это хороший. Это хороший. Вау. 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 GG. Победа. Браво. Может, левела поставить от этой, или нам... Не, надо усилиться. Личное добавление в команду. Первый владыка склепа. Еще один отличный новобранец. Я, наверное, это на стол поставлю, да? Как думаете, нам играть против него вот эту штуку? На стол сильный, нет. Прикольно. Просто если я сейчас выиграю, у меня может дабл ап таверны в шестую. Я вообще сильный. Так, если взглянуть-то. Все равно сильный. Блин, реборд не туда, конечно.
И вот эта хрень не вскрывается. Да, может, еще вскроется. Ой-ой, хорошая карта. Я вот думаю, в Элема идти или не в Элема идти. Наверное, в Элема. И Элема полезнее нам. Дабл ап? Сколько у нас денег? 17, блин. Реально дабл ап можно сделать. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Свинообразы есть, Лен. Ну давай, может быть, я вот в этот триплет попаду. Понял, принял. Это надо брать, я думаю. Этот дуплет, наверное, неинтересно. Вот это интересно. Ша, подумаю. Нам бы еще к нему еще эту... Такие, как ты. Это будем брать? Блин, вот это продать? Береги себя, существо. Джин, два джина. Может, нахер вот это все? Два джина плюс вот это... А, он, блин. Ой, блин, фармил. Надо было с этого, да, начать. Он мне может дать еще одного утируша. Это даже если мы проиграем. Копейки какие-то. Жалко, конечно, что я не получу этот. Я не знал, что он чуть из этого. Ладно, в принципе. Еще 7 рублей, это очень много. Пенобилки, ну, конечно, нельзя. Упорный труд вознаграждается. Но это я не пойду. Это пойду. Вот тут у нас. Во, вот это карта. Это, блин, карта. Че, мы вот это играем. Это я оставляю. Итого у нас есть тролл, да? Ой, триплет. Ну давай сыграем. Он не продавать, да? Орген нежить. Есть повелитель реальности. Не, ну ты в начале хода получаешь, написано. В начале вашего хода вы получаете. Но улучшается она в конце хода. Улучшается каждый ход. А каждый ход считается в конце хода. Ну, можно сюда стукнуть? Приколдесу. Во всяком случае, раньше так работало. Я не знаю. Вау. Это моя любимая часть. Не знаю, свинья нужна, звери. Дракарига эта обилка работает. Я вот тоже думаю, может вот так поставим, да, и вот это продадим. Бабл можно. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя получилось. Вот твоя награда. Вот, смотрите, прикол. Будет. Привет. Здрасте. Заскочил поздороваться. Всем хорошего настроения. Привет, Апофис, здорово. Давиди, песенку поставим. Спасибо огромное.
Вот, смотри, сейчас у меня в начале вашего хода вы получите 7 рублей. В конце хода уже будет 9. Выглядит очень слабо у противника, скажем. Это, конечно, печально, что он, возможно, не вскроется. Он конкретно туда не ударит. Сейчас. Вау! Приколдес, конечно, а не удар. Ну чё, подкрутка. Народ, я рад вас обрадовать. Подкрутка. Болдина убрали? Нет, всё не видел. Просто смотрите, 9 рублей. Я обещал вам 9 рублей. Реролл тоже хорошо, но нафиг, наверное, не нужен. Да. Я думаю, просто элемов maybe брать. Не брать, абы что. Это твой шанс. Блин, я не хочу этот триплет. Я бы хотел вот этот триплет. Сейчас Элема могут карты принести. Ну, соберется, так соберется. Что делать? Что делать-то теперь? Ну, соберется. Он собралось. Что я могу с этим поделать? Ну, значит, будем играть вот с этой штукой. Ого. О, давай дракон соберется лучше. Сколько здесь уже? 11. Блин. Все-таки не дракон. Ой-о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 й. Я такого хайрола... Не видел, знаете, сколько мы. Я вот думаю, типа... Вот это, конечно, заход. Я думаю, может, от этого уже отказаться? Нужно было, кстати, вот это сыграть. Такого хайрола не было, да, с прошлого года минимум. Пора вербовать. Это моя любимая часть. Я вот думаю, на ком мы закрываемся. Че, он атаку качает? Это сыграть. Помню, Вандар хвалил это... Этим закроемся. Dream on Californication. Смотри, сколько сейчас будет. Было 279. Хуяк. 420. 7. Неприятно, конечно, вот эта штука. Надо оттуда снять таунт и перекинуть его куда-нибудь вот сюда. Ой, или вот сюда имба. Вот сюда таунт имба. Потому что если они свиней будут использовать, вот эта штука, она не работает со свиньями.
А, делают существо золотые. Ну, неинтересные. Помогу, чем смогу. У нас денег. 16. Вот это хорошее, да? О, штанишки. В первую очередь, я думаю, надо снять. Это нам надо, не? Не знаю, я вот этой закрылся. Отличное добавление. О, хороший ролл, да? Надо будет это продать, вот это сыграть, потому что... А, может сразу сыграть. Это может зайти. Но я это не хочу раскачать. Ну, есть вот эта штука. Кстати, было здоровье, но что-то здоровье маловато, не? О, свинки. Вот, кстати, спрашивали, чем свинки побеждаются. АПМ или Лема? Я думаю, даже если он постарается, он просто физически, наверное, не догонит. Сколько у него? 24-35. Успехов. Жезобилка? Ну, квест выбирал. Тут особо не важно, да, чё. Мы свободны. Мне на обилке нельзя, да? Так, я таунт сыграю. У меня хорошее предчувствие. Он нежить. Это долбится сюда. Не поздновато ли? Словно могучая гора. Но вместо кого? У меня просто под него места нету. Блин, а, и зря выкинул. Держи свое золото. Надо было им закрываться. Что за квест? В конце хода дает рубль, который в начале хода дается нам. Не знаю, сколько здесь будет. Надо еще баблы раскидывать, я ни один бабл еще не получил. Может, даже надо заклинание уже играть. Сколько было? Як. Здесь есть яд. Ой, блин, начинаются эти рандомные хрени. И 12 это не убиваю. Нужен удар прям в яд, прям сейчас. А, блин, мне не надо прям сейчас. Вот прям, не, сейчас тоже не надо. Бля, сейчас не надо, говорю. Ладно, давай еще раз в яд. Ну, не надо. Ну чё ж ты делаешь-то? Я думал, открутка, все кончилось. Нет, да. Он выиграл.
Да, ничья. Эй, билизм, есть массовка одна нужна против... Ой, все. Штаны нам нужны? Нет. Че, и лемов кончились, что ли? Не, ну это я не буду собирать. Помогу, я могу. Переговоры не вступать, пленных не брать. Есть массовка. Так, а что там нам двойная, да, массовка нужна? Либо триплет, да? Вот, смотри, как обыгрывается вот это. Хоп! А тут 153, здрасте. Ну да, там дальше яд летит. Я не знаю, я не нашел ни одного бабла просто. 19 реролов. Так, ну свин вообще не страшно. Этот свина побеждает. И... Нет, свин его побеждает. Вот это чего, блин? Свин его побеждает. Ну, смена, не смена, обилки не хочу. Хотя против него можно было. Есть массовка. Нам, по идее, в триплет надо, да? А против него массовка нужна? Тогда у меня не будет места. Почему стало? А сколько должно было быть? Не знаю, это оставлять, наверное. Почему 153 стало, а не 3-3? Ну, потому что, смотри, что написано. Чат плюс 2 за каждого лема, разыгранного вами в этом матче. У него 2-2 характеристики. Он у него атакует, у него становится не 2-2 характеристики, а 3-3. Плюс все бафы, бафы-то не урезаются. Это существо 2-2. По факту 2-2. Сколько у нас здесь уже? Долго. Это когда она его атакует, она его делает 3-3. Плюс все бафы. Вот количество элемов сыгранных. Блин, нифига. Блин, эти яды. Ладно. Не, ну может быть, кстати, это. И вот это. Но это я не боюсь, опять же, он сюда будет биться и... Работает. Бам, ужаснейший удар.
сколько там. Хорошо, как его обыграть? Как это, как эту дичь обыграть? Сколько там у него шарды уже? Ничего. У всех иногда бывают промашки. Это слишком он там переборщил. Что он там вообще это переборщил, по-моему. Береги себя, существо. Еще 3-4 против меня. Вандар хвалил это существо. Мы свободны. Помогу, чем смогу. Кому хлопочек? Можно мне еще одну массовку, не? Добавление в команду. Задание! Спецбомба для спецзадания! Хорошо, существа больше по столу не катаются. Бля, он разбафал, а? Надо было тоже активатора брать, наверное. Тогда бы я мог его активатора подловить. Пытаются? Блин, пипец, конечно. Плохо, если сейчас в яд ударю, может быть, что-то получится. Ну куда ж ты бьешь? Яд бей, чтобы он реборн не получил. О, все, окей. Живы, живы. Чем все живем, мы. Топ-2 мы. Что за катка, объясните? Что снова топ-2? Я не знаю, как эта свинья тут так набрала. 4. Победа! Браво! И вот даже теперь и хз теперь делать. Какие есть идеи? Блин, у меня время кончилось, просто я с ним дрался. Свинья нужна? Ну не это. Не знаю, 3-4. Блин, у меня времени не будет, да? Держи свое золото. Ничего не нужно. Вот он. Собирай триплет. Это хорошо, наконец-то бы. 10 тысяч лет не прошло. И 3-4 я поставлю. Это я, наверное, ставлю. Яд я буду ставить против него. Что надо? Возможно, надо еще как-то вот это сюда запихнуть вместо тебя. Я не знаю точно.
Я ни одного бабла не нашел. Охренеть, 4000. Блин, главное, чтобы он сейчас не ударил вот сюда, да. Какое, блин, ну кто так бит? Господи. Блин. Удари. Куда-нибудь удари. Ударь уже куда-нибудь нормально, блин, налево. Бля, ну это дичь, конечно. Точно. Он еще и реборн получил. Ай, куда ж ты бьешь-то? Мог бы... Не, не мог. Блин, забейте, это просто говнарь какой-то. Ну нам нужна была вот эта в триплете, вот эта в триплете, чтобы хоть как-то с ним справиться. Это какая-то дичь. Я думал, я тут хайроллер, а игра такая, а, подержи мое. Пиво. Надеюсь, вам понравилось это видео. Лайк, подписка, коммент. Увидимся с вами, ребята, завтра, скорее всего. Присоединяйтесь. Победил свинок? Ага, победил. Все, ребят, спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. Увидимся с вами завтра.